Последняя часть установки операционной системы Windows 7 заключается в настройке персональных параметров владельца нетбука. Также необходимо произвести настройку времени и даты, параметров безопасности и выбрать параметры обновлений. В первом окне выберите имя пользователя. Это имя будет также использовано как учетная запись администратора. Здесь также можно выбрать имя вашего компьютера, которое будет отображаться в свойствах при подключении к домашней сети. В следующем окне выберите пароль для своей учетной записи. Так как нетбук – это мобильное устройство, то следует устанавливать сложный пароль, который содержит одновременно буквы и цифры. В этом случае вы сможете защитить свои личные данные от злоумышленников при потере или краже. Пароль также обеспечит дополнительную защиту от несанкционированного доступа. В последней строке добавьте подсказку, которая будет показана, если вы забудете пароль. Следующим шагом будет выбор уровня безопасности. Для обеспечения высокого уровня выберите пункт «Использовать рекомендуемые параметры» и перейдите к следующему шагу. Теперь выберите ваш часовой пояс и установите настройку времени и даты, если она определена неверно. Здесь же можно выбрать автоматическую корректировку времени и даты в период перевода часов на зимнее и летнее время. В завершение кликните по кнопке «Далее». Если адаптер беспроводной сети нетбука включен, то в следующем шаге вы можете подключиться к сети. Далее можно выбрать параметры сети. Выберите «Домашняя сеть», если вы подключаетесь к домашней сети. Остальные типы подключения лучше не использовать дома, так как они предполагают больший уровень защищенности. Последний этап установки Windows 7 может также занять некоторое время. Компьютер в это время также будет перезагружен, а после этого будет выполнен вход в систему. На этом процесс установки завершен. В следующих уроках мы рассмотрим настройку отдельных параметров операционной системы.